Ефірі програма «Новини регіону» у студії Катерина Градницька. Вітаю вас і сьогодні у випуску «Глядіте». Разрезаны бакшавыя, смецця і курэння гандляроў. Асноўныя парушэнні. Санітарныя службы в области правялі рэйд. Сталі ўводзіць больш арэндных кватэр і ведаюць, як зрабіць квадратны метр таннейшым. Спякотнае надвор'е вяртаецца і ўплывае не толькі на стан здароўя, але і на стан гарадскога паветра. А теперь больше подробязно. 5 господарок Могилевской области завершили уборку сбожжа. 2 сельгаспрадприемства у Кировском районе – это Чигиринка и Нива Барсуки. Так само 2 у Бобруйском районе – Гигант и Харшавик Агро. А еще фермерская господарка Диана Шкловского района. Тем часом, по информации «Облсельгазхарша», на раницу 15 жнивня в Могилевской области убрали 63% площади. Намолочено амаль 717 тысяч тонн збожжа при средней урожайности 35 центнеров с гектара. Как поведомили областным комитете профсоюза работников АПК, на Могилевщине появился первый четырехтысячник. Более за 4 тысячи тонн збожжа перевез молодый водитель из сельхозпредприемства Александрийское Шкловского района Игорь Ярошов. 120 молодежных экипажей, комбайнеров працуют у Могилевской области. Каждый район гонорово веншует своих лидеров. Евген Смоловский, Владислав Жмакин из открытого акционерного товариства «Райагропрамтехснаб» первый у споборництва хлеборобов не только сирот молодежных, а и у всех экипажей Черековского района. Молодежный экипаж досконало рыхтует машину до працы. Комбайнером Евген Смоловский працует 5-й сезон. Кажа, пошел по прикладе батьки. Летать у помощники покликал сябра у Владислава Жмакина. Хлопцы так спрацавалися, что на айчинном комбайне обошли замежную машину, якая працует у господарцы. Джон Дир со мной, допустим, по скорости, ну, 12-ка ему не уступает почти ни в чем. Все зависит от комбайнера. Как бы сложно не было, ну, это все делается для общей пользы Беларусь, общий каравай. Да на молоту молодых и рекорд Федора Романенки. Водитель господарки на уборце хлеба працуе шмат год. Першим тысячником по отвозце збожжа у районе становится уже 4-й год. Вчера, допустим, перевез 266 тонн за день. Ну, да. Иногда получается, что вот на ночь гружусь, еду к Климучину, как поездаю зерно, как комбайну поле. Просто работать все надо. Как говорится, хлеб же вырастили, надо убрать. Проверяем качество уборки, потери. Ну, пока нареканий на механизаторов и комбайнеров нет. Своей командой я доволен. Да. Ребята молодцы. Ребята молодцы. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, «Новини региона». Больше за 200 объектов гандлю проверили на выходных санитарные службы в области. Основную увагу зарабили на розничный гандаль. Специалисты тлумачат, что активные проверки обумовлены спякотным надворьем, а еще и летним сезоном, бо з'являється много дробных гандлевых кропок. Представники санитарных служб в области проверяли, как гандлюють огородниной и садовиной. Особливо их цікавило выполнение правил у гандлю бахчавыми. По словам специалистов областного центра гигиены и эпидемиологии, порушений выявили шмат. Основной из них – продаж разрезанных кавунов. Лабораторные доследы доказывают, коли разрезать непомытый кавун и користаться брудным ножом, робить это у непристосованном помешкании, то может початься рост бактерий и, отповедно, погоршатся микробиологичные показатели ягоды. Так само выявлены факты, коли продавцы курили побач с продуктами харчевания, альбо без пальчаток фасовали продукты. Были выпадки захования у спеку продуктов без холода. Усяго за 2 выходных санитарные службы в области проверили больше за 200 объектов. У Могилеве выявлено 11 порушений, у Бобруйску 13. Обмерковать ситуацию на споживецким рынку Могилева, а так само задать по этой теме пытание можно 6 вересня. У этот день наместник начальника управления гандлю и послуг Могилевского гарвыканкама Галина Яскевич проведет прямую телефонную линию. Примать ваши телефонования будут с 9 до 12 годин по номеру у Могилеве 42 23 21.
Конкуренты для рынку сдачи жилья. У горках больше стали уводить арендных квартир. Как отмечают у райвыконкаме, кошт квадратного метра у коммерцийном жилье сделали больше танным за лик повторного применения проекту и компактного будовництва. Горки – личи самый молодежный город Могилевщины. И зрозумела, что многие студенты сельхозакадемии и молодые семьи сдымают жилье. Соправдную конкуренцию этому рынку створили у новом микрорайоне, який вырос у горках за опошние 4 годы. В домах есть квартиры, которые являются арендным жильем. Вот в этом микрорайоне около 150 квартир, которые являются арендами. Когда мы строим, сдаем дом, в доме обязательно мы предусматриваем жилые помещения, которые будем сдавать в аренду. Это помогает и ускорить строительство дома, если он долевой, этот дом. И на это жилье, особенно на 1-2-комнатные квартиры, большой спрос. До речи, черга на 1 арендную квартиру у горках бывает до 5 человек. Что до кошту такого жилья, у новом микрорайоне его сделали больше танным за лик повторного применения проектов и компактного будовництва. Татьяна Сергійчик, Віталь Алексеенко, новини региона. Более за 4200 семей у Могилевской области с 2015 года открыли рахунки для налишения так званого семейного капитала. Их сумма перевысила 40 миллионов долларов США. Нагадаем, масштабная программа по додатковой патрынце семьи, у яке выховывают трех и более детей, стартовала 2,5 года тому. Одноразовая безнаявная сумма у 10 тысяч долларов налишивается на банковский рахунок, и скористаться ее можно только при полнолетии дитя, с нагоды нараджения якого и призначалася гэтая выплата. Сёлета больше за 800 семей у области звернулись за назначением семейного капитала. Разом с тем специалисты упэўнены, такая подтрымка повинна посприять поляпшению демографичной ситуации. У нас с 15 года выросло значительное количество многодетных семей в области почти на 2000. Для того, чтобы получить семейный капитал, нужно обратиться с документами в управление в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства. Не позднее 6 месяцев. После рождения либо усыновления ребенка. И на Могилевщине с початку года практически 120 семей бесплатно отримали допомогу няни. Как поведомили у Комитета по опросу, занятости и социальной обороне, такую послугу могут оказать амаль 90 нянь. Допомогу от державы в выгляде послуга няни могут отримать только певные категории семьи у тые, что выховывают двойню, цитроню во возрасте до 3 годов. Неполные семьи с детьми-инвалидами, а так само семьи с двумя и больше детьми-инвалидами во возрасте до 4 годов. Гэтая послуга корыстается особливой популярностью, кажут у Комитете по социальной обороне населенства Могилевщины. И додают, у регионе с початку года допомогой няни скористались 103 семьи, что выховывают двойню, 2 семьи, которые имеют тройню, и 13, которые выховывают детей-инвалидов. И про надворье. Спякотное лето вертается. По словам синоптиков, до конца тыдня температура по ветру снова почне програваться до 30 градусов в день. Надворье будет вызначать периферия антициклона, а атмосферный тиск будет у нашей расти, а у день понижаться. У середине тыдня по прогнозе чекается переменная в облачность, у ночи без опадков. У день махчимы короткочасовые дожди, навод навальницы. Температура по ветру у середу складе плюс 26, местами до плюс 28 градусов. У четверг и пятницу не лишним будет захопить с собой парасон. Сгодно прогнозу, у гэтые дни чекаются короткочасовые опадки, навод навальницы и махчимы порывы ветру до 14 метров за секунду. Температура по ветру будет от 26 до 31 градуса. И такое спякотное надворье, по словам синоптиков, захавается, як минимум до конца тыдня. Меж тем, у Могилевским областным гидрометеоцентре что дня анализуют и якость по ветра. По словам специалистов, каб оценить его стан, отповедные пробы берут 4 раза на сутки. По выниках стационарных назираний у Могилеве зарегистрованы 3 факты незначного перевышения по формальдегиде на улицах Першемайска и Каштановой Могилева, а на проспекте Шмидта по приземном озоне. У Бобруйску зафиксованы 2 выпадки незначного перевышения допустимого узроню формальдегиду по улице Минской и по улице Лынькова. Долина казок выстава ростовых лялек. Под такой назвой працую у Могилевским Масадским музее имя Павла Масленникова. У экспозиции представлены фантастичные и казочные истоты мифологичных эпосов разных краин.
У Могилёўскім мастацкім музеі імя Павла Масленікава зараз можна пабачыць ягуара, паладзіна заступніка, кошку, горную чараўніцу, антылопу, месяцовую дзеву, белага тыгра, воіна-героя і іншых міфалагічных сімвалаў народаў свету. Некаторыя фігуры дасягаюць у вышыню 3 метраў, напрыклад, казачны цыклоп ці зубр-волат, а ў ружовага дракона размах крылаў каля 4 метраў. Усе фігуры стварылі Таццяна і Уладзімір Найбічы з Брэсцкай вобласці. У Магілёве выстава будзе працаваць да 11 верасня. Нашы навіны даступныя і на сайце tvrmogilyov.by. А я з вамі развітваюся. Добрага тыдню. Да сустрэчы ў эфіры.